Социологи, группа которой я когда-то принадлежал сам, согласны с тем, что потеря надежды — это ужасное состояние. На самом деле мы видим это по всему миру. Я должен сказать, что нет ничего хуже, чем ощущать безнадежность. Она делает мир темным. Она лишает ясности мысли, ворует всякую радость и надежду на жизнь. С другой стороны, надежда — это динамика жизни. Надежда — это двигатель оптимизма. Надежда — это дверь, которая ведет из тьмы в свет, из невозможного к возможному, из страха к вере. Из трусости она ведет к смелости, и желание оставить все к настойчивости. Надежда — это ключевая составляющая жизни верующего в Господа Иисуса Христа. Апостол Павел говорит Ефесянам: «До того, как вы пришли ко Христу, у вас не было надежды». Но ни один человек, поверивший в Иисуса Христа, не должен жить без надежды, в какой бы безнадежной ситуации вы ни оказались. Сейчас Бог может, Он может дать вам надежду. Я хочу, чтобы вы сейчас сами это произнесли вслух. Бог может, Он может дать вам надежду. Евангелие от Марка, 16 глава. Таким было состояние трех женщин, которые пришли ранним воскресным утром к гробу Иисуса. Именно таким было их состояние в то воскресное утро, в день Его воскресения. Выслушайте меня. Поставьте себя на их место. Вы не сможете понять, пока не сделаете этого. Они видели своими глазами, как Иисуса распяли на кресте. Они видели, как Его тело сняли с ужасного креста. Они видели, как Его обвили плащаницей и положили в гроб Иосифа Аримафейского. После этого всем нужно было вернуться домой, ведь это была суббота. Им нужно было оставаться дома в субботу. Евреи ничего не делали в субботу. Они оставались дома. Они провели субботу наедине. Они побывали у своей могилы безнадежности, у своей могилы внутренней тьмы, у своей могилы глубокой, глубокой потери. Они побывали у своей могилы горя, скорби и потери. Я хочу напомнить вам о чем-то важном. Вы должны понимать, что эти женщины не были просто женщинами. Они поддерживали служение Иисуса. Они были последовательницами Иисуса. Они были членами семьи. Эти женщины были призваны Богом, чтобы служить помазанному Мессии, о котором на протяжении тысяч лет пророки Ветхого Завета говорили, что Он придет. Теперь им выпала привилегия послужить Ему. Эти женщины полностью посвятили себя Иисусу Христу, Мессии. Эти женщины стояли с Иисусом и с Марией в самые трудные моменты, но теперь они стояли у подножия креста с единственным мужчиной-учеником из 12, молодым Иоанном. Он был единственным мужчиной, который не убежал. Он стоял с ними у креста, и они стояли у подножия креста. Они видели, как их мечта погибала. Они видели, как их надежду распинали. Они были свидетелями своей колоссальной утраты. В тот день воскресенья утром, после субботнего отдыха, они пришли к могиле. Это было рано утром в воскресенье. Они пришли в депрессии, с чувством безнадежности. Эти женщины, Мария, мать Иакова, Мария Магдалина, которую Господь освободил от бесов, и Соломия, двое ее сыновей, сыновья Зеведея, были одними из 12 учеников Иисуса. Соломия была лидером этой группы женщин. Вы скажете, почему ты так решил, Майкл? На иврите то, чье имя упоминается последним, является лидером группы. На третий день, воскресенье утром, после субботнего отдыха, они планировали. Но их планы основывались на безнадежности. Они принесли ароматы. Это был важный обычай, и не только для Иисуса, но и всех иудеев. Если похороны были в пятницу,
Они пережидали субботу и шли на третий день. Если же похороны не были в пятницу, они делали это на следующий день. Они принесли ароматы. Это была еврейская традиция. Они принесли ароматы, чтобы помазать мертвое тело. Они не хоронили людей в коробках, как мы делаем это сейчас. Они наносили эти ароматы на тела, чтобы они приглушали запах разлагающегося тела. Возлюбленные, они не понимали, они забыли, что Библия за тысячу лет до прихода Христа говорила: «Мой сын не увидит разложения». Это 15-й псалом. Бог сказал: «Мой сын умрет за вас, но его тело не увидит тлени». Стоит отметить, что эти женщины не убежали, как другие ученики. Они хотя бы делали что-то. Лучше делать что-то, чем не делать ничего. Они делали что-то, дабы разобраться со своей скорбью, своей болью, своей потерей. Они делали что-то, чтобы разобраться с ощущением безнадежности. В Евангелии от Матфея, 20 главе, Библия рассказывает нам о Саломее. Как я уже говорил, она была матерью двух учеников, которых называли сыновьями Зеведея. Я хочу рассказать вам о Саломее. Как все чудесные матери, когда она приходила на игру, то кричала с трибун: «Вы лучшие игроки в мире!» И однажды она пришла к Иисусу. Далее следует перевод от Майкла Юсефа. Этого нет, буквально. В Писании это мой перевод. Я не преувеличиваю, я просто подношу увеличительное стекло, чтобы вы лучше видели. Вот что я делаю. Я просто увеличиваю это для вас. Она пришла к Иисусу и сказала: «Господь Иисус, я хочу, чтобы ты знал, что мои ребята лучшие среди всех остальных. Мои мальчики самые прекрасные. Мои сыночки всегда прикроют тебя, Иисус. Они должны быть твоими вице-президентами. Все чудесные мамы всегда заботятся о своих детях. В этом нет ничего плохого, как и у всех чудесных мам. У нее были великие надежды, ожидания и мечты в отношении своих сыновей. Как все мамы, она хотела, чтобы ее мальчики занимали влиятельное положение. В этом нет ничего плохого. Но все это, все эти надежды и все мечты рассыпались в страстную пятницу. Она впала в отчаяние и депрессию. Она наполнилась, как и другие две Марии, безнадежностью. Она решила, что ее план закончился провалом. Она решила, что ее амбиции для сыновей править и царствовать со Христом в его царстве были похоронены там, в могиле Иосифа Аримафейского. И, поддавшись этим мыслям, она пришла с двумя Мариями, чтобы сделать все, что может в этой ситуации. Евангелие от Марка, 16 глава, 3 стих. Женщины приближались к гробу Иисуса. Они разговаривали друг с другом в своей безнадежности. Они начали обсуждать самое большое препятствие, с которым они столкнутся, когда придут к гробу. И чем ближе они приближались к гробу, тем больше они думали о главных препятствиях и проблемах. Кто отвалит нам камень от двери гроба? Это был огромный камень. Чтобы отвалить его, нужна была дюжина мужчин. Если вы помните, Каиафа настоял на этом. Он сказал Понтию Пилату: «Этот человек говорил, что воскреснет. Убедитесь в том, что найдете самый большой камень, чтобы закрыть его». И так он и сделал. Кто отвалит камень, не упустите этого. Пожалуйста, не упустите этого.
Сейчас они переходят от безнадежности к беспомощности. Разве не удивительно? Огромный камень. Я хочу спросить вас, а вы бывали в такой ситуации? Или, может, вы в ней сейчас? Я вот бывал. Все так и сыпется на тебя. И каждый раз, когда тебе кажется, что ты видишь свет в конце туннеля, оказывается, что это просто поезд. И ты теряешь надежду. Они говорили, кто отодвинет камень? Я хочу спросить вас, что не дает вам спать по ночам? Что приносит вам тревогу и страх? С каким разочарованием живете лично вы? Что вы пытаетесь нейтрализовать изо дня в день? У этих трех женщин был план разобраться с безнадежностью. Этим женщинам нужно было встретить их разбитые мечты. Эти три женщины делали все, что могли в этой плохой ситуации. Но когда они пришли к гробу, то к своему удивлению... Нет, на удивление — это слабое слово. К их шоку, полнейшему шоку. Да нет, и это слово, которым тоже нельзя описать происходящее. Тут нужно что-то посильнее. Это было ужасно. Вот они видят, что камень откатили, а гроб пустой. Христос воскрес из мертвых. Телесно. Внезапно они поняли, что Божий план намного больше их, что Божий план намного лучше их плана, что Божий план намного прекраснее, чем они могли представить, что Божий план состоял в том, чтобы тело его сына не увидело тления в гробу. Он пробыл там лишь до того, пока не победил смерть. Он пробыл там, пока не победил могилу. Он пробыл там, пока не одержал победу над величайшим врагом человечества, а именно смертью. С самого начала, еще до сотворения мира и вселенной, триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой, один Бог. Мы верим в единого Бога, триединого Бога. Троица решила, что Бог, Сын, умрет на кресте за грехи каждого, кто поверит в Него, что Бог, Сын, понесет наказание за грешников, которые признают себя грешниками и свою нужду во спасении, прощении, что Он заплатит за каждого верующего, который покается, что Бог, Сын, понесет на своем совершенном, безгрешном теле грехи и вину каждого, кто поверит в Него, что Бог Сын прольет свою кровь, чтобы каждый, кто примет эту кровь, стал праведным в глазах Бога Отца, что Бог Сын умрет в качестве замены за каждого, кто поверит в Него, что Бог Сын умрет за наше искупление и на третий день воскреснет. Таким образом, Он может обеспечить воскресение для каждого, кто поверит в Него. Драгоценные друзья, выслушайте внимательно то, что я скажу вам. Есть люди, которые, называя себя христианами, верят в то, что к Богу ведет множество путей. Мое сердце сокрушается от этого. Они говорят, что все религии ведут к одному Богу, что все религии ведут на небо, что все религии ведут в одно место, но нет и миллион раз нет. Я хочу задать вам вопрос. Будда воскрес из мертвых? Конечно же, нет. Гроб Мухаммеда все еще пустой? Конечно же, он не пустой. Вышел ли Кришна из могилы? Нет. Послушайте меня. Я хочу быть справедлив. Стоит отметить, что основатели всех этих религий никогда, никогда не называли себя богами. Это лишь невежество людей. Они не называли себя единственным путем к Отцу. Они не называли себя единственным путем на небо. Никогда. Это сделали их последователи.
которые пришли позже и превратили их в богов. Иисус же называл себя путем, истиной и жизнью. И наоборот, без Него у вас ничего, ничего. Вы можете прийти к Богу Отцу и обрести уверенность в небе только через Бога Сына. Иисус называл себя единственным путем к спасению, единственным путем на небо, к жизни вечной, к Богу Отцу, а после этого, на третий день Он воскрес. Чтобы доказать это, заявлять может каждый, ведь так? Иисус воскрес на третий день для того, чтобы все и во всех уголках мира знали, что Он единственный, кто гарантирует нам воскресение, и Он единственный, кто может спасти нас навеки. Он единственный, кто может избавить вас от безнадежности ада навсегда. Он единственный, кто может простить все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Он единственный, кто может избавить вас от безнадежности жизни. Он единственный, кто может дать вам мир и радость в этой жизни, а также вечности с Ним. Он единственный, кто может дать вам надежду в безнадежной ситуации. Он единственный, кто может победить вашего величайшего врага — смерть. Он единственный, кто может освободить вас от зависимости. Он единственный, кто может дать вам смысл в жизни. Я хочу сказать вам в это воскресное утро, что в вашей жизни нет такого камня, который Он не мог бы сдвинуть. Нет гроба, который хотел бы похоронить вас, который Он не мог бы очистить. Нет горы стыда, вины и греха, которые Он не мог бы убрать. Нет такой боли и горя, которые Он не мог бы заменить своим утешением. Нет такой смерти, которую Он не мог бы покорить. Но через 2000 лет, имея подробные доказательства воскресения, у нас есть 500 очевидцев, видевших воскресшего Иисуса. У нас есть 1000 людей, которые говорили: «Убейте меня! Сожгите меня, делайте, что хотите, потому что я знаю, что мой Иисус жив». Сегодня есть люди, которые отказываются верить в телесное воскресение Иисуса Христа. Однажды им придется встретиться с Ним в роли судьи. Доказательства воскресения Иисуса намного больше, чем у других исторических событий. В 60-х была одна группа странных теологов, которая сказала: «Бог умер». Помните, некоторые помнят такое дело. Это движение «Мертвые», а Иисус продолжает поднимать верующих к вечной жизни с Ним. Здесь, в Евангелии от Марка 16 главе, сказано: «И взглянув, видит, что камень отвален, а он был весьма велик». Можно я поделюсь с вами чем-то личным? Возможно, вы живете за огромным камнем вины и отчаяния. Некоторые из вас живут за огромным камнем боли и безнадежности. Некоторые из вас живут за огромным камнем бессмысленности жизни. Некоторые из вас живут за огромным камнем тревоги о вашем будущем или о будущем вашей семьи. Я могу сказать вам, на основании Божьего Слова, слова, свидетельства миллионов людей, что воскресший Иисус может убрать камни невозможности из вашей жизни раз и навсегда. Воскресший Иисус может освободить вас из тюрьмы тревоги. Воскресший Иисус может убрать ваш грех, вину и боль. Библия говорит, что Он отделяет их так далеко, как восток от запада. Вам лишь нужно прийти к пределу своих возможностей. Хватит пытаться спасти себя самим. Хватит пытаться заслужить Божью милость. Хватит думать, что вы можете сделать достаточно хороших дел, чтобы они перевесили ваши плохие дела. Я хочу сказать вам, вы можете 10 000 жизней делать добром, но не попадете на небо на основании этого. Вам может помочь
лишь кровь Иисуса Христа, который воскрес. Я знаю, что для некоторых на Западе слово «покаяние» стало почти как ругательство, но я его люблю. Это прекрасное слово. Покаяние — это не просто сожаление о чем-то плохом, что вы сделали. Нет, это нечто большее. Покаяться — значит рассказать Богу то, что Он и так знает, и позволить Его сверхъестественной силе помочь вам сойти с этого пути и отправиться в противоположном направлении. Покаяние — это попросить воскресшего Иисуса прийти в вашу жизнь и вычистить, убрать трупы греха, вины, скорби, боли и прочий мусор. Он уберет все это и воскресит вас с собою во Христе. Кто-то может сказать: «Майкл, как Бог может любить меня безусловно? Я этого не заслуживаю». Добро пожаловать в клуб. Если вам кажется, что вы заслуживаете это, вы не можете спастись. Как Бог может любить меня так, что отдал своего совершенного, безгрешного Сына на смерть за меня и мои грехи? Как Иисус, Божий Сын, может так сильно любить меня, что пошел на крест за меня? Я не могу этого понять. Я вас понимаю и хочу спросить, как вы объясните человеческую любовь? Я говорю не об эгоистичной любви. Как ее объяснить? Да никак. Но я могу сказать вам, что воскресший Иисус — источник всякой настоящей необъяснимой любви, какую мы только видим в мире. Не забывайте вот о чем. Ваш и мой грех прибил его ко кресту. А его любовь, любовь Иисуса, держала его на кресте, пока он не умер. Любовь Отца воскресила его на третий день. Слава Богу! Так как же вы отреагируете на его необъяснимую любовь сегодня? Реагируйте, прошу вас. Нет никаких сомнений в воскресении Иисуса. Любой искренний историк скажет вам об этом. А вот почему его воскресение требует вердикта? Оно требует вердикта от каждого человека на земле. Библия говорит: «И так, оставляя ныне времена всякого неведения, Бог повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Никто...» Вот почему мы несем Евангелие до краев земли. Мы несем его в Китай, в Индию, на Ближний Восток, во все уголки мира. Никто. Все потому, что каждый человек на земле столкнется с Божьим судом. И вот ваш выбор, дорогие друзья. Вы можете принять его сегодня как искупителя, спасителя, друга и получить прощение грехов. Или можете рискнуть и встретиться с ним в роли судьи. Выбор только за вами. Мы не заставляем людей верить в Иисуса Христа. Иисус сам никогда не заставлял никого верить в Него. Игнорирование Его приглашения равноценно отвержению этого самого приглашения в Царство. Не отказывайтесь от Него. Цена уплачена, работа сделана. Придите и примите. Просто приходите и принимайте Его как своего личного и драгоценного Спасителя. Позвольте надежде воскресения наполнить вас всякой надеждой.